Благодаря комфортной ледовой площадке и опытным тренерам Дворца спорта «Кимберлит» среди мирнинских фигуристов есть чемпионы республики и кандидаты в мастера спорта. Свое мастерство юные спортсмены показали на ледовом шоу в честь десятилетия «Кимберлита». Все подробности далее. 2015 год богат на юбилей. Вот и еще одна. Дворцу спорта «Кимберлит» исполнилось 10 лет. По случаю праздника здесь организовали ледовое шоу и праздничный концерт. Главными героями на льду в этот день стали выпускницы Анна Путинцева и Карина Кудрина. Уже 7 лет они занимаются фигурным катанием, выиграли немало соревнований на уровне республики и являются кандидатами в мастера спорта. Участвовали в шоу и те, кто вступил на лед совсем недавно. По словам тренера, в этом году желающих научиться фигурному катанию больше, чем обычно. Всем юным спортсменам подарили символические коньки, тем самым посвятив малышей фигуристы. Почему решила пойти на фигурное катание? Потому что хотела научиться кататься. Шоу очень понравилось, вообще потрясающе. Нравится, когда дети, знаете, даже слезы накатываются на глазах, все время хочется смотреть на них. Мы, конечно, очень рады, что дети выступают. Вообще, что такое вообще мирно придумали. На ледовой арене показали свои умения все фигуристы. От самых юных до старших, у которых есть уже свой стиль и пластика, отточены движения. Поддержать своих детей и просто посмотреть на красивое шоу пришло немало зрителей. Свободных мест на трибунах не было. Поздравили «Кимберлит» с днем рождения и первые лица города. Выпускницам вручили цветы и награды. Конечно, наш город очень гордится своими спортсменами. И благодаря мы сегодня имеем очень большие возможности для того, чтобы в нашем городе развивать спорт. Я хочу поздравить нас всех с этим событием. Пожелать, чтобы наш ледовый дворец стал тем местом, откуда будут уходить спортсмены, которые будут достойно защищать честь нашего города, нашего района и республики Сахалин. Остается только пожелать всем фигуристам новых спортивных достижений и грандиозных побед.